Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и смотрите игровой канал Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть в игрушку Stranded Deep. В прошлой серии мы что делали? Мы построили такой хороший домик, вполне замечательный, даже стульчик в нем есть. Только не знаю, что с ним делать, он просто есть. Так, и я что хотел делать? Я хотел пойти, нам нужна лодку построить. Я не знаю, почему я хочу моторную лодку. Вот не вот эту вот чушь, да? Лопс. А, для фермы, ладно. А именно настоящую моторную лодку. Вот эту можно построить. У нас ничего нету. Веревка. Вот дактейп, я не знаю, что такое. И где-то вот мотор. Кстати, мотор я так и не понял, как его делать, потому что... А, подожди, кажется, я знаю, как его делать. Вот тут вот он, по-моему. Да, вот. Вот мотор. Нам нужен двигатель. Дактейп и двигатель нам нужен. Все остальное у нас, в принципе, есть. Это хрень, это делать не буду. Так. Тибаррель. Да смотри-ка. Да смотри, можно было вот из этих сделать. Веревки надо много, да? Так, подожди, а тут полы. Стальную даже можно делать, смотри-ка. Так, ладно, погнали. Сейчас что у нас? Ночь. Что у нас там? Еда, вода, спать. Время. Вот, давай поспим. И поплывем, я думаю. Так. Слип. Все, и поплывем куда-нибудь на другой остров. Нам нужно искать. Мне еще сказали, что под водой очень много всего находится. Время. Отлично. Так, вода. Так, подожди. Чего не хочешь? Ты хочешь пить? Раз. Два. Три. Вешай обратно. Вот. Пустая, да? Брось пока тут. Так, ты полежим. У нас тут есть полные. А, ну да. Пикап. Все, пикап мастер. Вешай. Сейчас быстренько затопим печку и полетим тогда. Куда-нибудь поплывем. Так, коконат. Коконат нам нужно будет взять с собой. Уже очищенный только. Так, сейчас мы с тобой три коконата возьмем. Я думаю, нам этого более чем хватит. Так. Так, все, выбирай. Так. Дрова нужны, да? Дрова. А, о, отлично, есть дрова. Все. Ой, акулы приплыли. Друзья наши, по несчастью, тоже тут где-то на острове потерялись. Сейчас, попробуем, может, акулу завалим, кстати говоря. Интересно, сколько в него копий надо садить, чтобы его поймать. Давай. Ну, ломай уже. Вот, отлично. Взял. Так. Подожди, это у нас не пожаренное мясо. А, кстати, да, вот еще два коконата. Раз коконат, два коконат. В общем, мы тогда вот так вот возьмем 5 штучек с собой коконатов. Пригодятся. Так. Где там? Раз. Два. Три. Четыре. Так. Так. Иди сюда. Сейчас доведем все это дело, пускай она делается. Самое поганое, у нас мясо не готовлено, не приготовлено, у нас скотчем, наверное, да? Ну давай. Там акулу плавать, нам надо на акулу еще напасть. Отлично. Бросай. Так, что у нас есть? Молоток. Молоток я тут нахрен брошу. Смысл надо с собой таскать. Факел, я думаю, тоже тут брошу. Камни наберем. Это пускай будет. Это пускай будет. Картошка. Картошку выкину. А компас остается. Вот это надо мясо поставить пожарить. Сейчас я какую-нибудь палочку найду. Вот еще коконат. Так. Коконат давай сюда кидай. Так. А, топором можно собирать. Ну ладно. Давай. Мне нужны 1-2 стик. Все. Вполне мне этого хватит. Опа. Юка, отлично. Значит, у нас что будем знать? Есть юка. Так, наверное, нам веревку с собой надо взять хотя бы парочку.
Так, ну давай, давай. Отлично. Вот. Я к чему? Я хочу просто тут тоже мясо поставить. Какая она у нас? Так, готовится пока. Иначе она просто пропадет, и это будет вообще обидно, печально. Так, ну давай. Напрежем, как раз будет кукит мясо. Я не знаю, не испортите жареное там, наверное, по дочке хранится. Отлично, бросай. Так, все, нормально, еще мясо, на, кукит мясо, делайся. Так, этот я брошу тут пока, у тебя лежит. Все, погнали, значит, поищем. А, я знаете, что хотел-то, я вспомнил. Не совсем это я хотел еще, я хотел... Так. Он тут крут. Веревку нужна. Веревку я не буду делать. Я вот ее хотел наделать. Кстати, да, веревку давайте тоже делаем. Пускай она будет. Все, убери. Сейчас быстренько тогда буквально. Ага, топорик тоже ломается, да? Плохо. Да несколько буквально и сделаем. Вот. Дерево же нормально, нормально. А походу по-любому придется еще топор делать. Убери. Если мы сейчас поплывем, нам топор нужен будет по-любому. Да, это типа порубим, там посмотрим. Все, у нас топор сломался, кстати говоря. Так, что нужно для топора? Две веревки и стонтул. Хорошо, стонтул мы сейчас сделаем. Все, понял. Так. Сейчас веревочку наберем, тут юка была вот нам. Сейчас мы юку зарубим сразу и сделаем тогда веревки. Потому что не вариант отсюда уезжать без топора. Непонятно, куда ехать. Это вообще-то... Это самоубийство. Представляю, что у нас топор-то есть, в принципе. Так, это тоже возьми. Так, больше ничего нигде не валяется, да? Вот. Так, хорошо. Давайте делаем две веревки. Раз, веревка, два, веревка. Взял, взял. Так, нам как раз нужно, нужно будет это все. Так, это тоже возьми. Вот это возьми, возьми, говорю, пригодится. Так, и что нам нужно? Так, крабик, ты пока беги, тебе пока повезло. Как анат? Как анат нашел? Так, давай быстро делаем. Stone Tools. Две штуки, да, по-моему, там сказано было. Так, дальше делаем топор. Делаем крутой топор. Все, погнали. В принципе, вроде как все. Ну, сейчас, если... Да, отстань. Если мы сейчас юг еще что-нибудь или такое найдем, хотя бы веревочка, чтобы была у нас с нами. Хотя бы одна у нас. На веревку чего не хватает? Еще одну, да? Давайте мы сейчас тогда быстро делаем еще одну заготовку. Делаем веревку, вот она, все. Пускай хотя бы одна у нас будет всегда с собой, потому что эта штука полезная очень. Так, топор есть, топор, все отлично. Теперь делаем вот эти вот штуки. На акул пойдет. Давай. Три. Не швыряться же надо, тем я буду отбиваться. А этим я буду кучу чего швыряться. Все, отлично. А что нужно, чтобы вот такую сделать? Веревка и стонтул, да? 5 веревок и камень. Ладно, давайте. А, стонтул. Ну, давайте тогда хер на него. Сделаем сейчас тогда одну такую, раз уж на него веревка есть. Все, ладно, без веревки поплывем. Зато вот такими на перевес. Ну чё? Рыба, бляха, щукула. Так, это наш серфинг. Винг-серфинг наш. На нем я не поплыву. Он неуправляемый какой-то. Не, можно, кстати, поплавать, но сейчас надо сохраниться. И попробовать поискать другого острова. Просто я на нем потеряюсь сразу же. А вокруг нашего острова поплавать. Так, на том острове мы были. Нам нужно куда-то туда плыть дальше. Все, тыкаем сейф. Так, что у нас? Еда, вода, все хорошо. Не, погнали по, на нашей обычной лодке. Которую почему-то хрен знает куда уже унесло.
Так, там мы были. Пошли. Так, поплыли туда, к острову пока. Потом посмотрим, куда мы от острова плывем. Север, юг, все дела. По идее. Так, восход там был. По идее, мы плывем, наверное, на запад поплывем. Сдается мне. Что-то реально акул столько много. Интересно, почему? Вот нигде же столько не было, как тут. Не, ну было, конечно, в том месте, да, где мы переплывали между островами, но дел десяток. И прям вот, они прям тут шарятся где-то. Одно это мы уже в пароли, правда, не добили, поэтому хотелось бы ее добить. Ну ладно. Сейчас мы сюда выплывем, вот на эту сторону острова, и посмотрим, куда нам плыть. Мне показалось, там что-то было. По острову. Так, все. Подожди, не греби. Собака. На! Сука. Где ты, а? Вторая такая же. И он третья. Ой, зря я выкинул. Ладно, этих не сильно жалко, это просто клеток делают. Так, ладно, с сумком посмотрим, где мы. Он плавает, надо ее добить. Так, мы поплывем на запад, я думаю. Чисто на запад мы плывем. Так, где ты? Ты у меня сейчас будешь рыба-дикобраз. Я тебе отвечаю. Ой. Надо вот так делать, то у меня фанило. Ой, не то. Иди сюда, я тебя тыкну. Как бы мне ее подманить-то, а? Может, давайте пробуем реально акулу сначала завалить. Завалить-то мы ее сейчас махом завалим. Они вот тут трутся все. Сейчас мы этих палок наделаем, просто хренову тучу. Что ты ее обнял, блядь? Штук 15-20 сразу. И пойдем херачить акул. Давай. Что, ломай. Так-то долго, а так все ничего. Это по 8 ударов, по-моему, надо, чтобы сломать. Так, одна, вторая, две опять улетели, хер пойми куда. Вот они, кстати говоря. Не так далеко они улетели. Так, акулы дикобразы, вы где? Ладно, они, короче, поняли, что я собираюсь делать с ними. Во. Так, подожди, а нахрена? Давай вот эти быстрее будут. По одной зато, хотя нет, вообще-то лучше, ну ладно. Так, эти ломаем. Сейчас мы наделаем их капец просто. Пойдем, будем нашвыривать. Я не знаю, я реально, у меня сейчас акула будет дикобразом. Я сейчас поохочусь на нее все-таки, я хочу акулу заводить. Так она, наверное, кусучая, да? Чайки тут эти вологодские еще летают. Но это как бы мелочи жизни на самом-то деле. Если разобраться. Просто кричат, мешаются. Мне кажется, там что-нибудь лук, еще что-то вроде было, да, тут? Я думаю, сделать можно. Так. Ну что, давай делаем. Раз, два. Интересно, повторите, как это можно. Бери. Сразу. Стак. Нет, видимо, нельзя, ладно. О, акулы переплыли. Акулы дикобразы переплыли. Они все, они расслабились. Они поняли, подумали, что я передумал. А я-то уже готово почти. Сейчас, ребят, подождите и не уплывайте, главное. Я сейчас, у меня тут немножечко всего есть. Небольшой такой арсенальчик. И я сейчас все устрою. Вот. Это как-то так. Пойдем, дикобразы мои. Верные. Ну никуда без меня. Поплыли. По-моему, тут где-то булькал только что. Где же вы, дикобразы мои, а? По-моему, уплыли мои дикобразы.
Ладно. Плывем на запад. Поплыли. Потому что нам нужно на запад сплавать, посмотреть, что там есть. И успеть еще вернуться в идеале за серию. Ну как ж так-то? Чтобы, наверное, время не тянуть, я сделаю, наверное, вот так. В общем, пока плыли, тут акулы на меня нападали. Я пытался ее поймать, но она в темноте, ни хрена не видно уже было. Вот, кстати, нашел остров, смотрел, он прям вот, прям соседний. Как мы его не видели, непонятно. Тут, походу, действительно, пока не доплывешь, пока один раз ты не увидишь, соответственно, тебе ничего показываться не будет. Поэтому давайте попробуем к этому острову сейчас приплывем. Акулы от нас отстали вроде, посмотрим, что на нем есть. Потому что вот реально, вот он видно вообще хорошо, видимость хорошая. То есть от своего острова мы не потеряемся, это самое главное. Нам на этом острове что нужно? На этом острове нам нужно всего-навсего найти какой-нибудь engine. То есть, вон, кстати, вижу уже этот, лодку. Двигатель нам нужен, двигатель. Пока давайте по островам пошаримся, потом уже будем под воду и так далее нырять. Хотя можно сейчас, наверное, под воду уже нырять, но как-то... Надо подумать, как это правильно сделать. Я пока еще не уверен, что мы сделаем это правильно, что нас посержут все, кому не лень. Включая кильку. А, братва где-то плавает. Подводная. И вот нихрена что-то не вижу. А, вот это. Все, там мы выплыли, да? Так, отлично. Ну, давай смотреть, что тут есть. Так, компас убирай. Теперь нам нужно вот это. Так, ага, все, понял. 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 Пока тут ничего интересного нет для нас. Такое ощущение, что мы на наш же остров и вернулись. Прям смотри, копия практически. Ну, не совсем, конечно, копия, но очень похоже, походит. Подожди, нам нужно как-то... Как-то надо сюда забраться. Как интересно в такие вот забираться, ну-ка. Ну это, наверное, днем надо делать, ладно. Пойдем посмотрим. Что тут есть еще на острове? Плохо лежит. Так, в принципе, тут хороший. Ой, хрюшка! Здорово! Давно не виделись, стой, ладно, беги. С хрюшкой мы давно не виделись. Смотри-ка. И хрюшек тут аж две штуки. Этот остров, походу, еще побольше, чем наш. Краб, ведро, второе. Так, два ведра. Пока прям принципиально нового ничего нету. Принципиально полезного. Даже мыши эти летучие. Кто? Старые все. Все свои, всех по имени отчеству знаем. Так, это вот наш остров там как раз. Он должен быть на весте. То есть на западе. Так, ну да, вот мы оттуда приплыли. Вот как раз наш остров отсюда видать, это хорошо, даже ночью. Ну, пока больше тут ничего нету. Пока темно. Что нужно для шалаша? Давайте быстренько шалаш так отгрохаем. Поспим. Пальма и веревка. Все нормально, значит, сделаем. Так, вот юбку мы сейчас сломаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. И пальмовые ветки мы сейчас тоже сделаем. Короче, мы сейчас шалашкой себе отгрохаем махом. Давай, ломайся быстро. Как канат хватай. Хватай как канат, тех и на кул кормить как канатами. Во. Да ночью, блин, реально так плохо все видно, это обалдеть. Так, нам нужно 4 пальмовых листа. Два, три, четыре. Все, можно, да, сделать? А, палка, палка. Ну, палку мы сейчас быстренько. Палка быстренько какой-нибудь. Вот какой-нибудь. Какой-нибудь.
Блин, вот, простые маленькие деревья, вот я не вижу. Все, пойдет. Мне охота не просто пальму эту ломать. Заколебишься ломать, смысла нет. Так, отключка. Так, ладно, хорошо, давай веревку делаем пока. А, веревка. Так, так, так. Ну давай, вот, как канат. Выкинь. Все, это убери. Мысли. А, ну да. Вот. Хватай. Все, делаем. Вот эту штуку. Мысли. А что тебе стик? Я же ее только что подобрал. Стик, ну. Стик. Что не так? Это брось. А что не так? Ладно. Кстати, вот смотри, что нашел. Я доски нашел. Давай, еще один стик берем, сейчас точно хватит. Все, вот теперь тебе хватит. Вот. Сейчас 6. Молодец. Все, слип. Давай слипай. До рассвета. Ой, как раз рассвет начинается. Это хорошо. Я вот что нашел. Вот, теперь давайте пошаримся, что тут есть вообще. Вот эти нам нужно взять, это по-любому. Подумать, как залезть на корабль, потому что ночью ни хрена не видно. Рюшки, мне кажется, их надо как-то на ферму приручать. По-любому можно их приручить. Ой, опять где-то братва наша. Мне кажется, пока их не перебью, они не успокоятся ни разу. Так, наш остров вон. Сейчас кораблик возьмем, пошарим. Плот на месте, все на месте. Нафиг, ладно. Ах ты ж падла. Ты, сука, на кого там рычишь? На тебе. Сволочь такая. Палку верни. Змея, бляха, гремучий, ты прикинь, да? На кого тут шипеть начала? О, пойдет. Мяско есть, сойдет. Так, пойдем думать, как на корабль забраться. Пока я не представляю, потому что было очень темно, и я нифига не видел. Так, нам вот эти тоже надо подобрать. А ладно, потом подберем, выкинем что-нибудь. Что это? Это подбирается? Нет, это не подбирается. Маг кудесник. Прошу заметить. Так, это надо взять. Мясо выкинь нахрен. Подняли. Все, это возьми с собой. Открывайся. Это, я прошу заметить, не каждый фокусник такой сможет показать и сделать, тем более. Ну что ты, лезь. Нет, там все, там ничего нет. Хорошо. Вроде нам тут тогда брать-то больше нечего. Я надеялся, может, кто-то двигатель будет, еще что. Давай хоть веревок нам собираем, делаем. Что ж, просто так там плавать. Хотя бы вернемся с куча-куча веревок. Тем более, путь мы знаем куда. Да как это? Возьми вот это, возьми вот это. Все. Как канаты эти, блин. Да, мы пить хотим, нет, че? Че у нас там вообще? Ох, мы дико пить хотим. Сейчас попьем. Мы поспали же. Так, давай сейчас тогда еще одну заберем быстренько. Сделаем три веревки. Как раз. Вот. Три веревки. Раз. Два. Теорим. Так. Так. Раз. А, давай, хавай так. А, ну ладно, выкинь тогда. Два.
Уйди. Ай-яй-яй, не те коконаты. Вот это выкинь. Выкинь. А вот это надо взять дринка было. Он мне уже другие набрал. Так, что у нас там? Вода. Все, выкинь. Пока хватит. Это уберем. Один коконат у нас пускай пока будет. Так, ломаем. Так, это не надо, не надо, не надо. Вот. Ну, собирай. Вот, так, так, так. Все, мы сейчас наделаем веревок. Приедем, блин, прям веревочным бароном станем сразу. Больше всех веревки у нас будет на острове. При том, что на острове больше никого не живет, кроме нас, то это вообще будет отлично. Все-таки нам нужно на акулу походиться. Хрюшки, хрюшки, короче, хрюшки я брать не буду пока. Я думаю, пока они нам бесполезны. Что, мясо нам как бы не нужно, а как их пока что разводить и так далее, я не знаю. Поэтому пока, пускай там они будут. Так. Ну, конечно, уже исчезла. Как быстро оно исчезает, да? Давай, нам нужно еще две, по-моему, да? Да, еще две. Давай, две соберем, я думаю, хватит. Нет, больше делать. Так, еще одну. Вот там, последний еще. Пойдем посмотрим, что с акулами можно сделать, потому что все-таки с ними надо что-то делать. А конкретно валить их надо. Я хочу их завалить. Хотя бы одну посмотреть, насколько это реально. Так, нам тарпы не нужны пока. Это нам ничего не нужно. Так, хватаем, наверное, вот так. Где-то железная арматура валялась. Попробуем пособирать ее с собой туда, на остров. И, наверное, в сторону острова двинем. Посмотрим, если акула попадется опять там по дороге. Пока вот солнце еще высоко, она уже скоро будет... Не... А нет, нормально, там встает еще. Что это за музыка? Если что-то, типа, уникальное ты должен был найти. Ничего. Так, где-то сейчас... Музыка опять пошла ведь, а? Смотри-ка. Ни с того, ни с сего. Или типа то, что я на корабль набрел, который уже пустой. Что не влазит? Так, убирай. Бери. Хавай. Бери. Хавай. Нормально. Бери. Убирай. Так. У нас нож скоро сломается. Ну, это как бы ладно, ничего страшного. Сейчас где-то вот еще одна. Вон там, по-моему, была арматура. Я думаю, если по этим доскам побить, они, скорее всего, тоже сломаются. На какие-то там плотные доски, дощечки и так далее. Так. Ну, вроде как все. Так, Крюша, Вася, ты далеко не убегай. Мы с тобой чуть встретимся. Я запомнил, где ты живешь. Как тебя еще припрутить. В принципе, тут остров хороший, тут много чего можно взять. Погнали. В общем, попробуем. Секунду. А, нет, там ничего нет, показалось мне. Попробуем сейчас на акулу напасть. Они под плутом, их херак. Пока светло, пока все видно. Тем более они где-то тут. Поплыли. Где-то они тут плавают, поэтому я думаю, мы сейчас их найдем. Наверное, даже вот тут вот так вот попробуем. Вот она где-то уже будет. Хватаем. Так ты не это, не акула, дикобраз. Знаете, собака, две сразу. Поплыли за акулой. Далеко она не должна уйти. Я все равно где-то тут шарятся. А где же ты, акула? Акула, акула. Иди сюда, слышь, ты хышник. Так, тут, походу, акулы нету. Пошли обратно. Прикинь, хышник убежал от жертвы. Да ужас, да как так вообще? Где-то видно. Ну, где-то опять она тут шарит. Сейчас. Булька не услышу. Булькает она, булькает где-то. Ну, не тут, правда, но вообще она булькает.
Так, ну чё, акула, ты где? Акула дикобраз, ты где? Я купаться поеду, я тебя завалить надо сначала. Не, она походу где-то там была, потому что тут дух пропал. Поплыли. Сейчас будем выслеживать акулу. Походу мы где-то правильно плывем. В нужном направлении, потому что... Вот она. Так ты не дикобраз, ты, блин, простая акула. Сейчас, подожди, она подплывет. У нас две раненых акулы тут уже есть. Зараза. Плохо. Мне так я не напасусь. Она внезапно так вот плыла. На тебе третью. Давай еще. На змею нужно две, так что думаю, на акулу нужно побольше несколько. Штук 10, наверное, минимум. Если это вообще реально. Нихера ж тебе, ты прикинь, она атаковать может. Хера. Вот это мы сейчас встряли, ребята. Вот это сейчас вообще жопа. Ха-ха. Охереть. Акула обиделась. Она атаковать начала. Ты прикинь. Охренеть. Бою закусила. Ха-ха. Так. Все, ничего. Меня не устраивает только то, что плод далеко. А акула рядом. Она как бы... Стирайте нас. Ну да, попробуй. Хотя, может, умрем, не умрем. Хоть куда-нибудь будем. Давай, всплывай. Отлично. Так. Я предлагаю с акулами не шутить пока. А я, кажется, умеет скидывать с плота вполне себе. Поэтому погнали пока в сторону берега. У нас тут две акулы дикобраза личных есть, которые очень обижены, которые прям атакуют только в путях, как оказалось, даже плоты. Ну, я думаю, мы друг другу объяснили, что и мы опасны, и они опасны. Мы ей навтыкали, она нас больше не дергалась. Она как бы вокруг поплавала, но вроде как что-то, ну его нафиг. Он же опять будет там кусаться, еще что-нибудь. Вот, поэтому поплыли. Неожиданно, неожиданно. Акула, сволочь, а? Че творит? Так, нам нужно, короче, моторную лодку, потом будем уже плавать и пытаться найти, где у нас все эти подводные хреновины есть. Так, а может, ничего не потеряли из вещей, я надеюсь? Из-за того, что у нас выкинули. Нет, ничего не потеряли мы. Акул нету, ладно, погнали на остров. Вот так вот, вот такая вот безжалостная битва с акулой была, пока пробная, так скажем, мы друг друга пощупали. Я пощупал ее, она пощупала меня. Пока сошлись на том, что оба противника опасны, и лучше пока сильно не нарываться друг на друга. Но, как бы это, не расслабляться, это тогда вполне будет нормально себе, адекватное такое сосуществование, вот так. Так, ну давай, плывем. Че, акулы тут будет? Нет, между прочим, я вот не знаю, это одни и те же акулы или нет, как думаете? Если кто-то знает, вы мне в комментариях напишите, они как бы со мной вот так вот будут от острова к острову плавать. Или у каждого острова, так скажем, там в каждой местности свои акулы. Потому что если это одни и те же, то это прикольно, мы их завалим скоро. И будут свободно плавать. А если это... Че это? А, это наш этот, скорее всего. Но. А если это разные акулы, то, блин, на них копи не напасешься. Как их убивать-то? Сколько в них вообще всадить надо? Чтобы... Опа! Где вы? Не, пацаны, я вас не боюсь. На тебе, падла. Плыви отсюда. В принципе, их можно отгонять.
А, подожди, так они с них палки, я смотрю, не уходят, получается. Так, поплыли. Нам нужно немножко поближе к берегу, потому что если нас выбьют отсюда, это будет очень плохо. Я вот на то хреновины не доплыву, я не уверен, что даже до берега доплыву в таком случае. Когда две очень обиженных акулы, мы уже знаем, на что они способны. Но они как бы не сильно на нас нападают, но... Как бы так. Так, пришвартовались. Где-то акула тут плавает, я только что слышал. Вот она. Тут она нам не сильно страшна. Даже она будет брыкаться, мы в любой момент на берег перепрыгнули, и все, и мы готовы. Ну где ж ты? Ну давай, подплывай, собака, атакуй меня. Атакуй меня всего. На нахер! Завалили! Акулу? Завалили акулу! Она прям сама на берег вылетела. Все, собака. Моя! Моя личная акула! Вот прям я даже на скриншот так возьму. Я вот придумаю что-нибудь там. Ну как придумаю? Скорее всего, просто вот сюда вот енота нарисую. Типа, вот он енот, вот она акула. Я даже, наверное, вот как-то вот так это возьму. Блин, своя акула. Крутотить. Что мы с тобой можем делать? Мы тебя, наверное, разделать можно, да? Подожди, сначала с тебя, наверное, ты соберем все. Пускай, думаю, тут кровь пролилась. При этом акулья. Они должны на кровь дернуться. Тем более на акулью отомстить, типа. На. А, во. Вот так это делается. Раз. Два. Что, у нас мясо будет? Тариф. Сейчас мы разделаем акулу. Все, всего три кусочка мяса. Ой, блин. Где там еще одна акула была? Давай посмотрим, если они рядышком так вставали, попробуем. Просто дело принципа, оказывается, они валятся. Короче, штук 5-6 надо, получается, на нее. Не, наверное, штук 6-7, наверное, даже. Ну все, акула. 6 или 7 копий надо вот таких, чтобы завалить одну акулу. Ту мы всадили уже 4-5, получается. То есть она где-то была в предсмертной агонии. Подожди, а мы что? А, ну да, все правильно было. Так что мы почти правильно все сделали. В общем, молодцы, так там все разобраться. Так, что у нас? Пить есть. Так. Давай, бери. Бери. Не, подожди, нахрена, брось. Брось. Во-первых, у нас кукит мясо должно быть. Кукит медиум мясо. Хавай. Во-вторых, давайте мы сохранимся, я думаю. И на сегодня мы закончим. А все уже разборки будут завтра. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, всем пока.